Девка голосует. Куда ехать? Собрали мы с Анечкой палатку в лесу. Выставились, поставили, затопили. Снегу навалило. Пошли налить. Вот это джекпот. Джекпот! Это реально джекпот! Погода на улице сегодня -29. Ветер южный. Одеваем все приспособы. Холодно. Я сейчас кружочек побежал. А, давай грейся, грейся. Подготовили всю волокушу. Вот эту вот нашу новую. Сейчас мы ее едем тестировать. Потом я про нее все расскажу. Как она доехала. Давай, бегай, бегай. Мороз, пальцы жгет. Одежда замерзает. Так, и мы отчаливаем в тайгу. Ух, морозяка. Выбирайся. Нам еще ехать тридцаточку. Вот по таким, по пояс. Ой, глаза. Ой. О, круто. Круто. Ну что, 5 секунд передохнули. Согрелись. Согрелись и поехали дальше. Вперед. В тайгу на отдых. Приехали, налаживаем быт потихонечку. Очень холодно, собака трясется. Торопимся. Холодный металл, ледяной рукой разжигает. Просто. А так, теперь погрейся. Сейчас. А трубу. Ага, как будто, знаешь. Как будто горячая, она, я руки обжег. Да. Только холод. Фу, 29 вообще серьезная тема. Не советуем никому в тайгу ездить без разрешения родителей. Головой не мог пробить. Забилась у нас труба. И не могу понять, в чем причина. Дым такой, блин. В палатку лезет и лезет. Задымили палатку. Да там дышать вообще невозможно. Сейчас прокоптили. Почистили дымоход. Вот, дымоход, пошла возьми, тяга. Да. Ага. Вот, теперь оно горит. То со всех щелей. Видишь, теперь горит. Да. Вот и теперь. Теперь только жар. Теперь все нормально. Теперь красота. Собрали мы с Анечкой палатку в лесу. Выставились, поставили, затопили. Речек греется. Немножко расчистили снега. И собираемся идти выставлять жерлицы. С собой мы берем двол, ну, как обычно, треногу, жерлицы, жерцов, шнек и волокуши. Ну и хорошее позитивное настроение. Ну и самое главное, рыбачка. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Рыбачка идет на рыбачку. Ух, за хорошей рыбачкой.
Берем наш любимый DeWalt и вставляем его. Закручиваем крепко. Так, ну что, первая лунка. Первая лунка, первая лунка. Давайте здесь. И что у нас тут? Пошли наледь. Вот столько наледи. Сейчас Анечка показывает мастер-класс по одеванию живца. Приехали. Приехали. И она опять раздета, потому что на улице такая теплотища. Несмотря на то, что на улице 29, да, ну может пускай 25. Ну уже, да, потеплело. Но ветра нету, ощущения. Ну и плюс работаем. Вот это вот ходить, всякую топтать. Жижу. Да. Пока она выбирает. А ночью она будет желтая. Да, то есть вот у нас такая вот сапропель. Озера у нас все с желтой водой. Поэтому здесь вот мы на лимов и ловим. Анечка достает живца. Ой, жерлицу. Желтую леску. Со своим любимым маникюром. Так, длина приличная. Очень. Это, наверное, 3. Я так думаю. А то все 4. Флажок отгибай. Да подожди, дай тут. Раз, два, три. Так. И сейчас она. Вот. Такая, да, вот у нас глубина. Сколько, 3? Да, метра 3. 3-4. Вот так где-то. Озеро фактически бездонное в середине. Сейчас берет живца. Живец у нас сегодня отменный, беленький. Не сильно большой. Посмотрим. Куда вы его тут вдеваете? Я люблю под плавничок. Не сильно глубоко заводить. Ай-яй-яй. Вот так вот. Отлично. И отправляем на рыбалочку. Ну все, проведи нам рыбку большую. Да. Скажи, что не здесь надо, большой надо. Щуку раздают. Большая, самая вкусная рыбка. Не знаю, как у кого, в каком регионе, а у нас свыше 3 килограмма, это самая вкусная рыба. Все, жерлицу плотно ставь, чтобы ее не сбило. Ну, вот так вот мы и ставим. Зарубки. Вот, все, она плотненько стоит. Ждем поклевки. Снегу навалило. О! Да это еще просто обалдеть. О. Держит. Держит. Надолго держит. Ли? Я колдун. Я мах. Ядрен батон. А ты по-пластунски. По-пластунски? Да я. По-пластунски, давай, давай. Я уже попробовала, так лучше. Лишь меньше проваливаешься. Так, мы что там, за рыбалкой или куда мы вообще пошли? Мы по грибы. А, по грибы, точно. Фас. Вот мы нашли. Знали, сколько тут снега? О! По пояс. Так лучше всего ползать. Да. Да, если вы хотите, да, это бесплатный лайфхак. Если вы хотите ползти по высокому снегу, ползите. Вот, вот она уже совсем дохлая. Анька сильная. Сейчас сушняк. Притащу со всех. Ну, слушай, мы посмотрим, как ты. Посложнее будет. А ты ее так вот не так быстро.
По-пластунски ее просто пропихивай. Ну да. Блин, а тепло-то надо. У нас брикеты, конечно. Но брикеты тоже надо растапливать. А это вот она, гнилая. Ой, ну вот, слушай, по пояс проваливаешься даже. Ты только не утони. Ты только не утони в самом снегу. Я это брасу убил. Ой, укачаешься. Вот это отдых. Очень свежее все. Вот это отдых. Так ты палку-то возьми. Да, да, сейчас. Ее уже надо будет так вот тащить. О, друзья, я сделала. Сегодня будет тепло. Это точно. Отлично. Класс. Так что все-таки по-пластунски это удобно. Да. Давай, Анушка, выбирайся с тайги. Такси! Плачу три счетчика. Давай шустрее. Такси! Счетчик капает. Обалдеть, вот это пропахали толпу, ой, целую тропу. Оказывается, такси, покажи такси. Там 200, ты еще 200. А говорят, вот 135 лошадиных сил. А вот целый наше такси. О, вот так вот мы и ползаем за дровишкой. Ой, девка голосует. Куда ехать? А, ну сейчас без вопросов. О, красавица, привет. А чё ты тут стоишь в лесу одна? Тебе случайно не в палатку? Садись, довезу. Ну, по прямке километра 3-4. Айда. Готовила дома картошку в мундирах. Потом у нас был такой гусик-гусик. Я его обрезала. Вот такие на миленькие кусочки. Хорошенько обжарила с луком. Сейчас вам покажу их. Очень, кстати, замерзло блюдо. Ну, конечно, замерзло что-то. В смысле замерзло? Серьезно? Ага, да. Ну, хай... Не сломай. Ну, ты-то в этих сидишь. Они... Нет, я имею в виду, гусик не замерз. Гусик тоже замерз. Тоже замерз? Тоже, да, сейчас. Прям. Во. Все на тепло же. Вот минус 29. Гусика. Ага, минус 29. Сейчас все это отогреть надо, да? Перемешать с картошечкой. Да, и будет очень... Прямо вообще деликатес. Вот, у нас сегодня... Новое блюдо. Новое блюдо. У нас дровница полная. Печка греет. О, наш песик Ричи. Обязательно с нами на рыбалочке. Да, вот, сейчас мы... Стареет, друг. Да, друг? Живцы с нами. Так, мы благоустроились. У нас вечерний мацион, прием пищи. Там пойдем пожертвовать. Вот. Рыбки там в анабиозе. Ну, конечно, минус 29. А я им еще снега сосыпал. А, ну у тебя же есть новый аэратор. Ты показывал? Аэратор есть, да. А ты показывал? Нет, не показывал. Ну, штука классная. Покажу завтра. Пока что. По-светлому. Пока что классно. Так, ну что, нам столько хватит? Гусика? Хватит, хватит. Так, хватит. Так, чтобы не перекушать. Угу. Он очень сытый. А то потом пойдем подговорим друг друга проснуться, возьмем ложку и пойдем проверять жерлицы. Пышню надо сегодня взять, потому что что-то сильно холодно. И пойдем проверять свои жерлицы. И всегда свои проверяем. И всегда свою еду кушаем. Уболтали мы друг с другом, потому что ночью невозможно. Хочется спать, а надо эти жерлицы проверять. Поэтому уговариваем друг друга. Ну вставай, пошли проверять. Ладненько. Перчатка отпад. Ну все. Кардена. Точно. Главное, вкусно, питательно. И сибиряк не тот, кто мерзнет, а кто тепло одевается, пусть и с дырками. Судя по тому, что вы босиком, это точно. Да-да-да. Да, Ричка? Вот такие вот дела. Видите, 300 одежек, ни одной застежки.
Рича, да? Ой, друзья, Вальдемар. Ужин просто вообще высший пилотаж. Гусик жареный с картошечкой в мундирах. Ням-ням-ням. Выглядит аппетитно. Да, нарезаю гуся небольшими кусочками. Обжариваю вместе с луком. Вот. И, в принципе, потом добавляю картошку, ну, в любой удобный момент. Отлично. Отлично. В палатке, да, в походе. И не только. А да дома, на рыбалке. А дома как сытно. Ой, вообще. Приятного аппетита. Ну что, у нас завершающий флажочек. Мы решили его проверить. Посмотреть, что здесь у нас есть. Подолбить. Сейчас я почищу. На завершающий бы флажочек. Что-нибудь поймался. Опа, опа. Не понял, что за фигня. Что за фигня? О! Что за ерунда такая? Живет такой сильный, что ли? О! О! Ух ты! Ух ты! Вот это да! Вот это да! Да-да! Первый красавчик! Налим, оказывается, сидел. Вот такой вот. Ну что ж, поздравляю. Поздравляю с первым налимом. Блин, и на завершающий. Такой килограммчика полтора. Такого там. Ну, с почином. С почином, с почином. Вот у нас утро наступило. В двух словах хотел рассказать о том, как выживают наши живцы в бочке. Где-то там они все красуются. Вот. Но решил я не таскать нынче воду слишком далеко, мы на другом озере. И приобрели мы вот такой вот аэратор. Он на USB проводе подзаряжается. То есть можно спокойно его от пауэрбанка зарядить. Вот. Но единственное, что это абсолютно такая же китайская вещь. Вот. Которая, по-моему, все делается в Китае. Протестировав его, его хватает всего лишь на одну ночь. То есть вот я вчера в 7 часов вечера поставил, сегодня в 7 часов вечера он закончился заряд. Поэтому нужно заряжать заново. Все 200 живцов, которые были нами привезены, еще все живые. То есть нету падежа. Вот. Такой аппарат стоит недорого, это вот я через AliExpress его заказывал, стоит он всего лишь 630 рублей. Доставка была 2 недели, но я думаю, для тех рыбаков, кто едет в тайгу, порыбачить надолго и хочет сохранить живцов, я думаю, это очень хорошее подспорье. То есть все живцы живые, так что это очень главное на рыбалке. Что у тебя флажок? Флажки прям на ходу, смотри, как он мотает. Может, просто? Он мотал, смотри. Бежит. Мотает, мотает. Убегает куда-то. Круто. Надо же. Интересненько. Ну смотри, не подстыл особо. Ага. Интересненько мотает. Я думала, пешней надо будет. Что, пробуй посмотреть. Точно? Сидит. Сидит. Сейчас я подожди, шагу включишь. Ваганечка. Ветер, конечно, задувает с этой стороны. Снег идет. Снег идет. Так. Ну, давай. Щука. Щука? Нет, налим. Налим. Ой, какой. Вот это налим. Это налим. Дневной. Нет. Или ночной. Он даже не проглотил полностью. Не проглотил? Ага. А как сильно тянул, молодец. Да мы его напугали. Ну вот, налим.
виде трески. Ну, даже живца на месте оставил. Да, я тебе говорю, что живец. Даже живца оставил. Он, конечно, здорово пожевал, но достать можно будет, наверное, легко. Да, налимы нынче пошли. Хорошо. Вы довольны? Довольна. А что? Ну, конечно, у нас обеденный мацион принятия пищи. И желательно с пальчиков Аннушки. Потому что по-другому мы есть не можем. Там вкусняшки с мясцом. Обеденное пробуждение. Случайно вышел на улицу, глянул на озеро. Смотрю, а у нас жерлица сработала. Вот. Поставили только сегодня. Да, поставил. Беру семейство, идем проверять. Вдруг нам повезет, и мы поймаем джекпот. Джекпот — дело такое. Да, вот мы тут сегодня рыли, бурили. Первую лунку я пробурил, попал вон в ракуш, в общем, не туда. Потом, да, пошел дальше, искал свал. Вот я его тут нашел. Сейчас посмотрим. Три штучки я поставил. Сейчас мы глянем. Прямо любопытно. Ох, размотало-то всю. Да, я вижу, да, размотка. Ну давай, Анечка, я тебе доверяю. Так, мне? Да. Ну давай. Крючок бы взяла. Твоя рыба. Крючок бы взяла сразу. О, видишь, у меня. Ну давай. Нет. Пробуй. Нет. А, ну ты думаешь, тут много этой самой? Тут да. Ну я подсекла, нет. Ну, значит, бежал. Бежал. Нынче очень необычно украсил мороз, снег, метель, деревья. Прям так красиво. Легкий ветер дует, но все равно красиво. Анечка несет жерлицу. Сейчас мы поставим еще одну дополнительно. И мопс-рыбак наш хвостиком везде. Второй день отдыха в тайге. Время проверять жерлицы на наличие живца. Ходим каждые 2-3 часа. Поднимаем, потому что окунь бывает сбивает. Сидит, да? Нормально. Вот так Анечка проверяет жерлички. Я, в принципе, могу даже не до конца их вытаскивать. Можно определить с точностью 99,9%, если там жерлиц... наживка. Да. Ну давай, Рич, вперед. Вперед. Так мы ходим, бродим. Прежде чем рыба попадет на стол, нужно сделать кучу мероприятий. Только я хотел заходить в палатку, окинул взглядом. Смотрю, жерлица сработала. Ну, думаю, все, это наше. Бежим. Бегом. Давайте. Жерлица сработала. Бегом. Ко мне. Бежим. Ой, единственная радость. Ну, точнее, не единственная. Размоточка полная. Да. Давай, это твой флажок. Не, давай я. Да, ты. Бери сразу ложку. Крючок бери, ложку. Бери крючок и ложку. Не умничай. Так. Что, мотать хочет? Подсекай. Есть? Вообще. А ты чё? Это вообще просто. Сюда, в лунку, смотри. Ё-моё, какой налим. Налим. Налимище. Сейчас. Вот это красавчик. Вот это джекпот. Джекпот!
Это реально джекпот. Хо-хо. Друзья. Вот это. Это джекпот. Джекпот. Обалдеть. Дневной. Дневной. Сутки не было клёво. Слушай, вообще красота. Да. Ну, здравствуй. Хорошая рыбка. Вообще. Ну вот, пришел. Блин. Он. Красавчик, да? Вообще, не то слово. Даже эмоции не перебарщивает. Где рыба? Эй, где рыба? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Что, сразу есть будем, да? С какой части? С какой части начинать есть? Где флажок? Ну, положи его. Туда, положи на землю. Не, он не будет. Где лечит флажок? Где рыба? Кто это такой? С умиротворенными лицами мы смотрим в потолок. Вечерний отдых. Нет телевизора, нет интернета, нету радио. Есть только отдых, есть тайга. Лампочка. И лампочка. А, ну еще у нас шумит аэратор для рыбок. И рыбки там кайфуют. И вон еще крапивы. Ага, и где-то там под кроватью дрыхнет мопс. Как-то так. Отдых лучше, чем дома на диване. Да. Печка греет. Дровишки. Труба течет. Вверху чуни сушатся. Чуни, лампочки, фонарики, одежда. В общем, все, что промокло за целый день, то и сушим.